Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Юга. И это подкаст... такой подкаст, который посвящен всем событиям, которые произошли за 5 дней. Для кого-то это еще неизвестно, для кого-то это уже... кто участвует более активно в жизни моего проекта, это стало таким фактом. У меня сгорел компьютер. Не полностью, сгорела мастеринка, сгорел проц, блок питания из-за скачка напряжения прямо в прямом эфире 5 числа с открытия серверов Black Desert в России, то есть раннего старта. Пошел скачок, все это погорело, все очень плохо, у меня истерика была такая пятиминутная. Как говорится, что, куда идти, что делать, непонятно. Ну, соответственно, начал звонить, вызванивать, собирать денежки. Занял, то есть у меня была какая-то там небольшая сумма совсем. Занял 5000 у дяди, 5000 у лучшего друга. Антох, привет тебе. И все, как бы. И Саша Саранзар, это ГМ нашей гильдии гидов, он говорит, дай мне свои координаты, там кошельки. И говорит, сейчас что-нибудь придумаю. В общем, создал клич. И этим кличем мы, собственно, грубо говоря, по ребятам, всем моим зрителям, кто участвует в проекте, в общем, ребята потихоньку, помаленьку, по итоге скинулись на сумму 7000 рублей. И ко всему этому, добив последнюю сумму, очень помог Тимофей. Ему огромное спасибо. Чтобы вообще, в принципе, это понятное дело, что часть этих денег, конечно, я буду возвращать потихоньку. Ну, думаю, в течение 2 месяцев я все, постараюсь все вернуть. И, как же, финалочкой был ребята с сайта grizzle.ru. Это мои новые спонсоры. Спонсорам привет. Тоже подсобили денежка. И этого хватило даже не просто, чтобы купить все железо. А я принял решение, что куплю я новый блок. То есть именно системник сам. Непосредственно корпус. Так как у меня корпус очень был старый, и это лето он не пережил, пришлось все, грубо говоря, вытаскивать. Охлаждение там никакое. Сказал, что поголодаю 2 месяца, ну, куплю корпус полностью. А по деньгам вышло в совокупности 35 тысяч рублей, деньги немалые. И, то есть, именно по периферии я взял интеловский процессор 4690, не разогнанный кашку. С материнской платой было, конечно, беда, пришлось одну из дорогих взять, потому что в городе на 1150 совершенно ничего нету. Невинск небольшой город, тут или ждать, или вот как-то так. Ну, ничего. И взял гиперовский на 600 ватт блок с функцией резкого включения от скачка напряжения. То есть я уже такой, я понимаю, что это не панацея, но довольно-таки хороший блок, отзывов много положительных. И корпус Zelman Z9 Plus с регуляторами мощности. Я сейчас попытаюсь, так как я уже компьютер весь вниз уложил, вот покажу, что он из себя представляет. Я уже, понимаете, я не стал его фотографировать, там снимать, как собираю и прочее, потому что мне банально не хватило на это ни нервов, ни времени. Ну вот, вот такой красавец стоит. Давно мечтал об этом корпусе, на самом деле. Ну, внутри корпуса 4 120 кулера, 5 кулер 120 стоит на охлаждении. Температура внутри вот сейчас 21-24 градуса, она колеблется. Вот сейчас у меня все окна закрыты, я отопление включил, потому что уже у нас невинки похолодало. Кстати, как темно и мистически. Давайте так оставим. Мистический подкаст. Ладно, конечно, сейчас свет вернул обратное положение. В общем, все это дело собрано. Все это мы собрал я довольно-таки быстро. Единственное, что проблема, с которой столкнулся, это когда я купил его, была бракована материнская плата, пришлось приезжать, переезжать, поэтому же говорю, материнская плата оказалась дороже, чем я планировал. Последнюю денежку, вот то, что мне там не хватило, 2000 мне занял Женя. То есть вот дружище, вот он на ЭСе работает, сказал, вот зарплату получил, вот тебе денежка. То есть, соответственно, опять расходы. Ну ничего, ничего. План работы есть, работа есть. Соответственно, сейчас нужно будет в ускоренном темпе все это за 2 месяца, как бы все, что должен, я собираюсь как бы и отдать, и отработать. Стримы будут выходить с той же регулярностью, что и были. Почти, можно сказать, каждодневно ролики новые на Ютубе будут пополняться. Нас уже на Ютубе почти 2000 человек.
Black Desert развивается сейчас. Ждем открытия Pay-to-Play сервера. Соответственно, на Pay-to-Play сервере будет марафон. От него я не отказываюсь, не открещиваюсь, он будет. И что еще по новостям? Twitch канал растет, люди приходят. Хотелось бы в конце сказать всем ребятам, кто помог, кто участвовал. Большое вам, прям большое-большое мое спасибо, прям от самого сердца. Это для меня так неожиданно и так ново, что я до сих пор, понимаете, не могу в это поверить. Помните, когда я записывал видео, когда вот анонимно прислали вот микрофон мне? Я так и не узнал, кто это. И это был шок, там радость, эйфория неделю, наверное, когда я записывал видео в анбоксинг, я даже не понимал, что происходит. А тут, когда я понял, что меня окружают на самом деле и мои зрители, и сагильдийцы, такие теплые люди, от которых хочется просто жить и, соответственно, хочется работать и дальше развиваться только больше и больше. Соответственно, я буду это делать и буду это все дальше... Буду дальше радовать вас, буду создавать новый контент и стримы, соответственно, каждый раз в теплой, уютной атмосфере от Юги. Большое-большое вам всем спасибо, вас очень-очень было много, разные суммы. И все равно я постараюсь каждого вписать в описание к этому видео по никам. Было очень много анонимных, к сожалению, я не знаю, кто прислал. Но в любом случае, ребят, все денежки дошли, все они потрачены. То есть целенаправленно, как и собиралось. Машину я себе не купил, лобстерами я не объедаюсь. Все ушло на компьютер. Спасибо вам еще раз очень-очень большое. И увидимся на стримах. Всего доброго, не забывайте подписаться на канал, не забывайте ждать новых роликов. И до новых встреч. Пока-пока.